Всем здрасте. И снова здравствуйте. Иду уже к кустам. Какая трава зеленая. В январе. Мороза нету. Тепло у нас, хорошо. Уютно. Какие планы у меня на будущее? 29-го будет выходной. Так что 29-го хочется что-то замутить. Типа пойти в бассейн, который я давно мечтаю пойти. Тут есть большой аквапарк. Как же он называется? Мальтайские термы. Я все в него хочу пойти. Но никак все. Не дойду. Так вот, может, у меня будет силы, желание. И я 29-го попрусь в этот аквапарк. Может, даже там сниму, не знаю. Но, по крайней мере, схожу. Хочу. Я люблю просто вот эти сауны. Этот джакузи, короче. Бассейны. Сами горки я не люблю. Ну, я не экстремал. На такое я не зарюсь. Просто хочется поплавать. Но я люблю как-то больше воду, бассейн, море. Я уже смотрела путевки в эту, господи, Болгарию. Там вчера смотрела, короче, что с Польши в Болгарию 78 злотых авиаперелет. Это вообще дешево. Но дело в том, что мне надо будет возвращаться в Украину по-любому. Я бы сразу после окончания визы мотанула в Болгарию, но не смогу. Потому что надо будет вернуться на Украину. А уже с Украины совсем другие расценки. О, короче, вот это наш хостел. Так хорошо на улице, даже не хочется возвращаться в комнату. В комнате душно, жарко. Ну, так еще я не знаю, что сказать. Сегодня учились пиковать, то, возможно, завтра уже будем не учиться, работать в полной мере. Так что, пойду, ладно уже. Пойду, уже нечего мне сказать, я уже выговорилась, только что рассказала про то, что с собой взять. Еще хотела рассказать про, ну, поднять тему, у меня там есть тема такая, мои смешные мужики. Я бы хотела рассказать еще про одного, про любовь, которая у меня была, когда я отдыхала в Турции. У меня была такая, ну, любовь, роман, можно сказать, с одним мужчиной из Курдыштана. Ну, он сам в Лондоне живет сейчас, в Англии, он таксист. Но он отдыхал там с роднёй, типа, сестра, куча племянниц. Так у меня был с ним романчик. Такой запоминающийся, приятный. Поэтому хотелось бы об этом рассказать. Но на улице как-то не хочется рассказывать. Хочется сесть где-то в нормальном теплом помещении. А в комнате не сядешь, потому что, ну, девчонки, я же не одна. Вот почему я говорю, что когда я буду жить одна, у меня будут эти истории, как один говорил, ну ты сказочница. Эти сказки будут каждый день. 1001 сказка. Все, друзья, пока. Пойду я на свой 3-й этаж. Пентро Чече. Буду кушать. Вообще, вот прикиньте. Пиковала, бегала километражи, а сейчас бодряк. Что это значит? Я говорю, будем пиковать, будем стройные, красивые. Попы подтянутые, ляжки подтянутые. Какая польза? Это ж... Я еще хотела рассказать, что как, если кто-то хочет похудеть, то приезжайте работать. Представляете, за такие программы люди платят бабки, а тут вам платят за то, что вы худеете, и вы получаете денежку. Так что, кто хочет похудеть, приезжайте в Польшу и работайте. И будет вам деньги и похудение. Все, на этой позитивной ноте. И заканчиваем наше короткое видео на 4, 52, 53 минуты. Все, пока-пока.